Ну, интересно, с лидерами всегда интересно играть. Да, ну, я рад, то, что мы первый победили, да, и то, что мы не уступаем уже таким соперникам, как Амкар. Поэтому мы рады и двигаемся дальше. Завтра настанет другой день, и это уже будет история. Но если они там думали о какой-то недооценке нас, то надо было, наверное, посмотреть то, что мы три последних матча не проиграли, то, что мы в ничью сыграли и с Ульяновском на выезде, то, что мы сыграли с Омском в ничью, с лидерами, какой недооценки можно было, никакой у них ее вообще, наверное, не должно было быть. Выделю всю команду, не только этот матч, и с Новосибирском, да, в принципе, все игры, да, у нас есть какие-то шероховатости, есть какие-то кадровые проблемы, такие второстепенности, которые мы выкидываем, как бы, да, и под ситуацию подстраиваемся и двигаемся дальше, да, с каждой игрой. Каждая игра – это шаг вперед, да, и то, что, как говорите, пенальти было, потом, да, это наоборот, это идет закалка молодых футболистов, что вот такие ситуации, они в них попадают, да, и выбираются, да, и сегодня это так положительно все для нас случилось, и мы этому рады. Самое, что, да, плохо, то, что, ну, нет болельщиков, да, чтобы такие матчи посмотреть, да, как наша оренбургская молодежь растет, да, и прогрессирует. Финальный свисток, не было ни бури радости, ни кучи малой, спокойно восприняли. Это говорит, что у команды есть как такой хребет, стержень. Ну, наверное, может быть так. Ну, у нас у тренерского штаба были большие эмоции, да, но, наверное, это говорит о том, что ребята полностью выложились, что уже, наверное, не осталось сил, да, каким-то эмоциям. Да, и так все понимали, что победа сегодня будет за нами.